Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет Glock 27 производства компании KG Works поставляется в картонной коробке с полиграфией. Комплект поставки включает в себя инструкцию, каталог продукции KG Works, сам страйкбольный пистолет, магазин и коробочку с тестовыми шарами. Данный страйкбольный пистолет выпускается в различном цветовом исполнении, копирует австрийский самозарядный бескурковый пистолет Glock 27 третьего поколения под калибр 40 Smith & Wesson. Третье поколение пистолетов Glock появилось в 1998 году, получило направляющую для крепление фонаря и лазерного целеуказателя под стволом, выемки под пальцы и полочку для большого пальца на рукоятке оружия и новый выбрасыватель, дополнительно служащий указателем наличия патронов в патроннике. Представленный страйкбольный пистолет функционирует на сжиженной газовой смеси стандарта Green Gas, резервуар для которой расположен в магазине. Сразу хочу заметить, что использование других типов сжиженной газовой смеси, а также сжатой углекислоты может привести к поломке изделия. Для того, чтобы заправить магазин, нам понадобится баллон с Green Gas'ом. Необходимо повернуть магазин пяткой кверху и совместить сопло баллона с заправочным клапаном на пятке магазина, после чего с усилием надавить на баллон. В результате будет слышен звук травления газа. Стихнувший звук травления газа свидетельствует о полной заправке магазина. К характерным особенностям пистолета можно отнести сверхкомпактные габариты пистолета, а также имитацию хода кожух затвора при стрельбе. Пистолет выполнен из металлического сплава и ударопрочного пластика. Из металлического сплава выполнены внешний ствол, кожух затвор и магазин. Из ударопрочного пластика выполнены мушка, целик, рамка пистолета и пятка магазина. На данной модели страйкбольного пистолета имеются следующие предохранители. Механический предохранитель в передней части рамки снизу в виде металлического элемента с имитацией номера пистолета. Когда он сдвинут назад, предохранитель включен. Когда сдвинут вперед, то выключен. Кроме того, имеется автоматический предохранитель в виде клавиши на спусковом крючке, который исключает случайный выстрел. Стрельба возможна только при правильном хвате пистолета и нажатии пальцем на спуск. Пистолет одинарного действия, возможность стрельбы самозаводом отсутствует. Для производства первого выстрела необходимо отвести кожух затвор назад до отказа и отпустить. Дальнейшее заведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически. По окончании шаров в магазине пистолет встанет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа необходимо отделить кожух затвор от рамки пистолета. Для этого отводим затвор назад и, удерживая два ползунка на рамке, подаем затвор вперед. Внизу на имитации патроника мы видим рифленое колесико, поворачивая которое в сторону дульного среза, мы уменьшаем степень подкрутки шара. Прицельные приспособления представлены в виде открытых нерегулируемых мушки и целика со специальными контрастирующими обозначениями белого цвета для удобства прицеливания в виде точек. При правильном прицеливании они выстраиваются в линию. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для того, чтобы извлечь магазин, необходимо нажать на клавишу экстракции магазина, после чего он сам выпадет вниз. В комплект поставки входит металлический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, понадобится лоудер. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному.